Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре шикарная орхидея. Она очень большая, розово-белая. Расцветка похожа на сорт Шиллериана. Кто знает этот сорт, у него пятнистые, такие как у зебры, листья. Это самый крупный фаленопсис в моей коллекции. У него очень огромные листья и очень огромные цветы. Еще покажу, какую я поставку купил для этой орхидеи. Я ставлю ее на пол, и на этот стульчик я ставлю орхидею, и выглядит очень красиво. Это маленький плетеный стул, который я нашел на барахолке в Швейцарии. Потом я попозже вам покажу, как это смотрится в интерьере на полу. Друзья, если вы знаете название этого сорта, то напишите мне обязательно. Я хочу знать, что это за сорт. Желаю всем хорошего настроения и всем хорошего дня.